Loud, группа The Erased и Вильна. Первые финалисты национального отбора на Евровидение 2018. В полуфинале они прошли дальше по сумме баллов жюри и зрителей. Всего за место в финале сражались 9 исполнителей. Больше расскажет Юлия Крючкова. Влад Карачук с псевдонимом Loud за место в финале боролся с песней «Waiting» и получил высшую оценку от жюри – 9 баллов. 7 баллов от зрителей сделали его первым финалистом нацотбора Евровидения. Думаю, что выложились на 100%. Как-то и эмоций было достаточно, и выложились и по вокалу, все круто. Комментарии жюри очень понравились. Даже не ожидал от Данилки лестные комментарии услышать, поэтому очень рад. С 13 баллами в финал прошла группа The Erased. Еще 3 исполнителей набрали по 12 баллов. Среди них вокалист Сергей Бабкин и электронно-акустический коллектив «Пурпур». Однако в финал прошла певица Ирина Василенко с проектом «Вильна». Она получила высший балл от телезрителей за исполнение песни «Forest Song», что по правилам конкурса дало ей преимущество. В этом году судьями нацотбора Евровидения стали Джамал, Андрей Данилко и Евгений Филатов. За борьбой в первом полуфинале следил и участник от Украины на Евровидении 2017, лидер группы «От Орвальд» Женя Галич. Для меня намного важнее наблюдать и интереснее наблюдать за национальным отбором. То есть, если говорить о самом конкурсе Евровидения и национальным отбором украинским, то, поверьте, вот, не знаю, как для каждого, конечно, по-своему, но для меня национальный отбор гораздо интереснее, нежели сам конкурс. Здесь больше музыки, здесь больше настоящего, здесь больше творчества. Второй полуфинал национального отбора Евровидения пройдет 17 февраля. 24 февраля из 6 лучших исполнителей выберут того, кто представит Украину на 63-м песенном конкурсе в Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая. Финал 12-го. Юлия Крючкова, Вячеслав Смирнов, UATV.